Понятно. Камеры кругового обзора, мертвые зоны. А на механике могут они вообще быть? Нет, механик в этой модели нету вообще. Только робот может быть 7 ступеней. Выбрать новый автомобиль для многих потребителей – задача, что называется, со звездочкой. Значение имеет все – производитель, комплектация, цвет, размер, функционал. Словом, определиться с той самой моделью порой бывает сложно. Особенно, когда выбор действительно достойный, как, например, в салоне бренда авто «Хавейл». Увидели, что здесь все автомобили в наличии, очереди практически нету. То есть оформил документы, завтра у тебя машина. И, ну, это подкупило. На самом деле. Все обсмотрели тут, что есть. Красная для меня, как для девушки, потому что внутри такая вся компактная, удобная. Но вот муж у меня вот 1,90 м, для него тесно. Он так, нет, для него вот этот танк понравился, который сзади. Вот, ну, не знаю, будем думать, либо под меня уже подстраиваться, либо под него. Уже известная для белорусов марка автомобилей «Хавейл» теперь в Гродно. Сейчас в шоуруме представлены 4 модели кроссоверов, стоимость которых начинается от 65 900 рублей. Самый популярный у 70% потребителей – «Хавейл Джулион». Привлекает в нем идеальное сочетание цена-качество. Передний привод, 1,5-литровый бензиновый турбомотор и полная комплектация. В общем, все, что нужно для современного водителя. А запрос отечественного автолюбителя здесь знают на все 100%. Это обогревы зеркал, лобового стекла, заднего стекла, сидений, задних ряд. То есть у нас сейчас, конечно, уже нету суровых зим, но люди привыкли к зимам и хотят, чтобы к автомобилю пришли, завели, через 2 минуты он был готов к эксплуатации, чтобы было там комфортно, тепло, поэтому этот набор функционала всегда хочет видеть клиент. Также у нас очень пользуется популярностью тонировка автомобилей, заводская. По безопасности у нас представлены абсолютно все автомобили, оснащены подушками безопасности, фронтальными, боковыми, шторками. В салоне предусмотрены также всевозможные условия приобретения автомобиля. Кредиты, рассрочки без переплат до 4 лет и, конечно, лизинг. Опытные специалисты помогут подобрать наиболее комфортную программу оплаты. Если на момент покупки машины модели нет в шоуруме, это не проблема. Меньше чем за месяц авто доставят в Гродно. Причем весь пакет документов салон оформляет самостоятельно. Клиенту нужно лишь предоставить информацию о себе. Сервис у нас соответствует заводским стандартам. Мы прошли аттестацию, мы получили право производить обслуживание с предоставлением гарантии на выполненные работы по стандартам завода-изготовителя. В первую очередь, это обеспечение гарантийного обслуживания автомобиля на месте в Гродно. Это консультация покупателей по всем возникающим у них вопросам в процессе эксплуатации данного автомобиля. Поэтому мы гарантируем, что данный автомобиль в течение 5 лет будет эксплуатироваться, если не беспроблемно, то, по крайней мере, с заботой с нашей стороны. Первых посетителей нового салона «Хавейл» ждут подарки. В первые несколько дней после открытия для гродницев будут устраивать розыгрыши. Среди призов – сертификаты на техническое обслуживание и скидки на приобретение дополнительного оборудования. Тоже, кстати, на выбор клиента. И, конечно, сувенирная продукция. Здесь ждут своих потребителей. Адрес – проспект Космонавтов, 68. Анна Соловей, Андрей Шиповалов. Новости. Гродно+.